Обвинения во взяточничестве стоили их Уду Ольмерту кресла премьер-министра. В 2007 году на соратника Ариэля Шарона и сторонника мирного урегулирования с палестинцами посыпался вал обвинений в коррупции. В сентябре 2008 он объявил об отставке. К 2009 большая часть обвинений была снята, но по одному из них политика приговорили к году лишения свободы условно. Вскоре последовал новый судебный процесс. Ольмерта подозревали в получении взятки за разрешение на строительство жилого комплекса в Иерусалиме в бытность его мэром города. 31 марта 68-летнего политика признали виновным, а во вторник суд приговорил его к 6 годам тюрьмы. Суд полностью поддержал версию обвинения, согласно которой Ольмерт получил около 160 тысяч долларов от девелоперов квартирных комплексов. Бывший премьер полностью отрицает свою вину. Его адвокаты намерены обжаловать вердикт в Верховном суде Тель-Авива. Он не брал взятки. Он считает себя невиновным и будет подавать апелляцию в Верховный суд. Сам бывший премьер ранее утверждал, что стал объектом травли со стороны ярых противников мирного процесса в отношении палестинских властей, который был начат Ариэлем Шароном и продолжен Ольмертом. Нынешний премьер Беньямин Нетаньяху выступает против мирных переговоров с палестинцами, предполагающих уступки со стороны Израиля.